Дякую. Ми продовжуємо демонструвати, що Одеса вся згуртовується, щоб допомогти один одному і допомагають не лише Одесі, а іншим областям. Зараз ми в волонтерському центрі «Оборона Одеси 2.0», також волонтерський центр «Технарі», Віктор Рикун, Геннадій Сульдін. Розкажіть про підтримку, про як ви організувалися і скільки вже тонн підтримки передали і на Миколаїв, і гуманітарної підтримки, і також для Збройних сил України. України також необхідні технічні моменти, без яких наша перемога буде неможливою. Здравствуйте, Геннадий Сульдин, отдельная волонтерская группа «Технари». Наша группа обеспечивает подразделение переднего края техническими средствами, такими как радиостанции, тепловизионные прицелы, дизельные микроавтобусы и еще ряд оборудования, о котором я говорить не имею права. Мы собираем деньги с помощью разговоров со знакомыми, постов в Фейсбуке, ну и нам помогает «Оборона 2.0». Скільки вже за час війни встигли передати техніки та усього необхідного для переднього краю? Я могу сказать только количество переданных микроавтобусов. Мы передали за неделю 5 бусов. Мы их покупаем у населения, в том числе и с евро-номерами. И передаем тем подразделениям, которые в нем нуждаются. Пользуясь случаем, очень прошу залезть на мой профиль на Фейсбуке и написать мне в личку, если кум, сват, брат продает дизельный микроавтобус, нас полностью устроят евро-номера, нам плевать, если он будет немножечко помятый, главное, чтобы он ездил. Возможно, есть такие знакомые. После съемки я вам расскажу. Ребята, это очень важно, правда. Пожалуйста, помогите. Ще питання до Віктора щодо гуманітарної підтримки, щодо підтримки технічної і усього необхідного. Розкажіть про всі товари, які ви збираєте, які ви передаєте, і скільки вже тонн відгрузили? Ну, дивіться, по-перше, від шкарпеток до бусів, які вище зазначав Геннадій. Ну, я по-одеськи вам відповім. Ми вже передали примерно на 500 тонн условних єдиниць. В денежном эквиваленте. То есть это различное мундирование, наколенники, средства защиты, бусы, тепловизоры, прицелы, балаклавы. Ну, в общем, все. Ну, мы не существуем как отдельная там общественная организация, которая много лет. Это люди города-героя Одессы, которые 25 февраля самоорганизовались, скажем так, вот. Вот это сегодня уходит, да. Бачимо, что это... Расскажи, что у вас в руках и как это помогает? Это, по-умному, это тепловизионный прицел. Называется он «Теплак», «Теплик» или «Ночник». Эта штука дает возможность видеть людей и технику по излучаемому им теплу ночью, в сумерки и так далее. Эта штука очень сильно увеличивает возможности подразделения как по обороне, раньше увидеть, так и главным образом в специальных операциях. Наблюдение, точечное поражение. Без этого ночью наши войска слепые и глухие. Никакой дрон ночью особо ничего не покажет. Вот с этим силы специальных операций, морпехи и прочие подразделения сразу становятся зрячими. И каждый раз, когда мы передаем теплаки военнослужащим ВСУ, мы всегда говорим, что мы собираем на эти тепловизоры деньги со всех. И у нас есть переводы в 200 гривен и в 50 тысяч гривен. А сколько может коштовать такие тепловизоры? $1750. Это высокоточная техника. Да, это высокоточная. Чем дают поставщики. Так, да. На рынке до $6000. Да, но мы не хотим, чтобы на этом кто-то зарабатывал сверхприбыль. Мы работаем непосредственно с поставщиком. И я хочу вот публично сказать спасибо абсолютно всем, кто помогает нам помогать. Это потрясающе видеть, как на наших глазах рождается политическая нация. Без указивок, директив, программ. Украинцы поставили абсолютный рекорд в истории человечества. За 2 недели возникла невиданных размеров волонтерская сеть, которая взяла на себя все функции службы поддержки армии, населения и теробороны. И если до сих пор у Украины нет ядерного оружия, то только потому, что правительство его у волонтеров не попросило. Спасибо вам, люди. Спасибо вам.
Дякую. І ще наостанок декілька слів про те, що зараз ви плануєте передавати на Миколаїв, що там необхідно, чого потребують. На сьогоднішній день ми напряму общаємося з представителями Николаевского ОВА, и в принципе с первого дня у нас была задача общаться непосредственно с теми, кто это потребляет, да, то есть не там какие-то фонды там отвозилось, мы контактируем непосредственно с бойцами, с представителями теробороны, только из нашей команды 4 человека уже ушло на фронт и туда поставляем. Таким же образом мы сейчас готовим гуманитарный груз на Николаев, они сейчас большая необходимость в связи с гуманитарной обстановкой, это крупы, мясо, детское питание. В принципе, дефицит доступного питания, он сейчас уже наблюдается в Одессе, потому что ребята, у нас больше 70 человек на машинах ездят, и где там есть 5-10 штук покупают, мы должны собрать сейчас необходимые 200 килограмм. Каждый день какая-то задача лежит? Не, на Николаев, это вот наш, лично наш, да, какая-то гуманитарная коммуникация есть. Лично от нас вот сейчас будет идти первая машина. Мы вначале занимались городом, сейчас неделю вот практически помогаем уже близлежащим районам Одеси, вплоть до Арциза. І зараз от Николаєву передаємо. В принципі, саме військові частини, які є, не будемо називати, де вони, да, для ворога, говорити, але да, розуміємо. І в тому числі територіальна оборона. Якщо війська плюс-мінус забезпечені з бюджету, то тероборони – це люди, організувавшися на містах, и у них, как правило, нету никакого там резерва. Кроме всего прочего, вчера мы записали от граждан города-героя Одессы поздравления и слова поддержки Николаю. Вчера у Виталия был день рождения. Мы сделали видео, я вам отдельно скину, можете его... Приеднуемся, да, до привитания, да, Виталию, да, Киму. Мы на связи с Виталием, с его штабом. Вот. Подготовили мы подарок. Он до него доедет вместе с Умком Воя. Мы просто покажем коробочку, в которой он лежит, чтобы как бы не палить сюрприз. Вот. Но он и к нему едет. В том числе мы сейчас отправляем для госпиталя Николаевское специальное оборудование, там это уже по докторской линии, скажем, там. Я просто юрист и любитель повара, вот, у меня как бы нет этой информации. Что касательно нашей деятельности, кто в ней участвует, то это абсолютно люди разных специальностей, там кто-то делал до этого мебель, кто-то был чиновником, кандидатом. Сколько же волонтеров входит, ну, в вашу, смотрите, группу? Скажем так, активных на сейчас 65, с учетом того, что достаточное количество ребят наших уже ушло в части. Как можно приеднаться? Ну, у нас как бы смысл какой? Не собрать просто всех там, лишь бы были, да? То есть я говорю 65 человек, а за каждым еще стоит какое-то количество людей, которые там помогают лично им. Это для координации 65 человек. Сколько их на самом деле, никто не считал. Как, ну, кроме нашей организации, мы самокоординируемся еще с 5. Вот организация Геннадия, технари. Есть еще ряд организаций, это ЛПшная оборона, есть Поляныця, есть там просто без названия ребята. То есть они тоже занимаются деятельностью, если у них чего-то не хватает, у нас на этот момент есть, мы им даем в этот момент, если у нас есть деньги, у них есть где найти, мы покупаем, или наоборот. Тобто є взаємодія. Да, первую неделю мы были в каком-то информационном вакууме, и, честно, мне казалось, что мы одни на наших хрупких плечах стоит оборона Одессы. Ну, когда вот уже появилось пару там дней оглянуться по сторонам, я очень был приятно удивлен и горд своим городом, что действительно, ну, только я уже больше 1000 человек знаю, кто активно этим занимается. Поэтому это дуже приятно. Вам дякуємо за те, що робите, за те, що допомагаєте та все організовуєте. Ми усіх запрошуємо приєднуватись до волонтерського руху, тому що саме ось таким чином ми дійсно можемо згуртуватися та допомогти нашим Збройним силам України перемогти ворога і повернути мир до України.